на бабушек. Куда едут? Я хотела поехать на море отдыхать. Бабушке Оксане, бабушке Лизе. В лес. Мы были в домике в лесу. Мы ходим на спектакль смотреть какие-то конкурсы. Я не знаю, какие там конкурсы. Ракушки. Акулы. А крокодилы тоже. Я видела крокодила с папой. Он такой длинный, огромный. И он один был такой огромный. Еще есть крабы. Они плавают? Да, потому что они на земле падают. Что они плавают и можно кидать, потому что, что они... Они верны. А если если кто-то за него наступит, он сломает и взломает. Окей. Купаюсь. Можно плавать, загорять, гулять, строить замок. И можно поспать тихий час. Люблю покупать мороженка. На море купаться, плавать и кувыркаться. И можно плюхнуться в воду. Так и поплывите в море. Глубоко-глубоко на дне. Плавают, играют с игрушками на море. Детки, перевернуть в воду. Да-да, наливают песок. И делают или пашечку, или строят замок, или делают грузочек, так звали. И туда наливают водичку. Окей. Потому что может солнце удар, водить горова. Потому что не можно... А надо кепку одевать. Чтобы получить солнечный удар по наложку. А я видела еще хамелеона. Он меняет цвет, когда собака на него рычит. Окей. Путин набрал на чего украшено. А потому что, что не так холодно. А ты знаешь, из чего плед сделан? Крем надо, что мухи не кусались. Окей. Наверное, ненавидим Николю. Они могут кусаться. Да, она может так. Ок. Я трогаю пальцем, она щипает очень сильно. Вот мы с мамой нашли мертвую медузу, она не щипает. А я не боялась никогда. Мне классно плавать. Такая вниз, внизу улыбка. Окей. Это когда все мотается деревьями, и все может, и дует сильный дождь, и может крутиться гроза. Шторм? А когда большая буря, И очень большие волны и поднимает корабль. А можно шторхнуть? Шторм, потому что улетают, окошко открывается, и потому что летают мухи и закрывает окошко. У нас дозы бледовая дождь. И гном был, и молния. Такой дождала, посмотри, такой кап-кап. Такой дождала.